У нас есть достаточно большая проблема с, скажем так, позитивным информационным освещением различных проектов, из-за чего складываются крайне негативные, вот в целом, да, негативные представления об окружающем нас пространстве. Проблемы есть. Там, вот, в частности, я там знаком с основателем ресурса «Сделано у нас.ру». Ресурс, который собирает, в принципе, просто на одном сайте всю информацию о различных инвестиционных проектах, о создании там, запуске новых производств, открытии там, новых подразделений разных компаний и прочего-прочего. Ну, вот, если посмотреть внимательно, просто проанализировать весь тот массив, информации, который там публикуется, на самом деле определенные позитивные изменения в стране все-таки происходят. Не во всех, конечно, областях, но тем не менее. Другое дело, что, к моему гигантскому сожалению, ход вот этих позитивных изменений, он практически никаким образом не освещается. Либо, если освещается, это освещение носит весьма такой официозный и формализованный характер, вызывающий зачастую, наоборот, негативную реакцию аудитории. Плюс все-таки надо понимать то, что там современное российское общество — это общество страны, которая проиграла в холодной войне. И момент, связанный с тем, что, в общем-то, мы, там, Россия, россияне, потерпели, в общем-то, действительно, на мой взгляд, я полностью согласен в данном случае с Владимиром Путиным, там, произошла геополитическая катастрофа, которая в целом сказалась на сознании всего поколения. Это, по-моему, очевидный факт, и должно пройти достаточно много времени, прежде чем вот этот вот момент психологически уйдет в прошлое.